Продолжаю движение, значит, 95-я серия, участок Мурманск-Магадан, 9-й день пути. В этой серии будет пройдено 84 километра. Серия закончится на объездной, на обводной дороге Омска. Так что 96-я начнется на объездной. Так, теперь относительно объявления, которое я сделал в 94-й серии относительно продолжительности видео. Я монетизирую, во-первых, видео и заинтересован в том, чтобы было как можно больше просмотров, ну и в продвижении видео. Вы можете мне в этом плане помочь лайком или поделиться с кем-то этим видео. Монетизирую с той целью, чтобы хоть немного компенсировать расходы, которые были связаны с этой поездкой. Это вот основная цель. Я стал уже задумываться над тем, как бы мне в лучшем виде представить трассу А-360 Лена и Р-504 Колыма. Стал наводить справки, чтобы какой-то аудиоинформации это видео более-менее сделать интересным, этот участок. Зашел на сайт Drive2, ну там мне посоветовали делать видео продолжительностью 20-30 минут. Ну и аналитика видео показывает, что мои видео в среднем просматривают где-то, ну, минут 20 в этом плане. Ну, это видео, которое размещаю, носит основной посыл, несет, это справочно-информационный. То есть для тех, кто собирается в поездку, и вот им важно знать, чтобы снизить состояние дорожного полотна, дороги, инфраструктуры и так далее. Я понимаю, что это видео будет устаревать через лет 5, наверное, уже серьезные подвижки в плане инфраструктуры. Дорожное полотно, я думаю, хуже уже не будет. Ну, не так, наверное. Дорожное полотно хорошее и отличное. Вот за дорогой в основном следят. Состояние дорожного полотна будет только улучшаться. Ну и, естественно, будет развиваться инфраструктура. Буду стараться вторым комментарием, чтобы не мешать основному из салона автомобиля, размещать фрагменты второго комментария в паузах, когда в салоне ни о чем не говорю, только шум двигателя и покрышек.
самых ломит в сон. Так, надо найти местечко. Как-то временно остановиться.
немного поспал. Не знаю по времени, сколько это было. Не обращал внимания. Так, поменял карту и в путь. Было бы это вечером, то можно было бы... Баньку сходить. Что ты не дебил, блядь? Что там такое? Проверил этим прибором поезд 88-90. Содержание кислорода 96-98. Показатели хорошие. Вот в случае, если бы был дождь, слякоть, я остановился бы на ночевку вот в этом месте, то без галош никак не обойтись. А место неплохое, в смысле предлагаемых услуг. И баня. Двигаемся в сторону Омска. На панели приборов пройдено 457 километров. 6 часов движения. Средняя скорость 70 километров в час. Расход бензина 5,6. Дождь, который был днем, закончился. В серых, на горизонте вроде бы светлеет что-то. За спиной в зеркало заднего вида небо до горизонта серое. Полотно дороги очень хорошая, разметка, обочина, дорога сухая.
движение идет. Ой, подожди, это же Барабинск, это же между Омском и Новосибирском. Мигнул фарами, значит, гаишник с радарами. Но у меня скоростной режим. Ограничение 90, двигаюсь со скоростью 70 км в час. Никто пока больше не мигал, не моргал. Ребята, говорят, машинка на трассе, да? Молчат. Как в рот воды набрали. В этом мотеле ни разу не останавливался, хотя очень большая площадка, асфальтированная, маленькие машинки стоят много. Теперь по вопросу комментариев. Так, значит, те комментарии, на которые я еще не ответил, я получил буквально вот ближайшей ночью. Александр VII пишет по поводу заправок. Я на той же ГПН заправляюсь через приложение. Это удобно, и ходить почти никуда и не борешься. Не надо, разве что до колонки. Я вспомнил интересный случай, произошел
в Нижнем Бестихе, но это напротив Якутска. Подъехал на заправку, вставил шланг и вот еще место, куда положить банковскую карту. Там написано через приложение и, значит, ссылка на это приложение. Блин, интернет хреновый, где что скачать. Я вот стою, как истукан, не знаю, что делать, самому смешно. И ничего больше нет. И уже собирался, думаю, надо поехать на другую заправку. Как подъезжают ребята, я говорю, блин, вот, что делать, помогите, подскажите. Оказывается, терминал оплаты можно было провести с сбербанковской картой, но он был чуть в стороне. Кстати, кассы в обычном понимании там нет. Просто колонка, и там вот навешаны эти терминалы оплаты. Он сбоку был, я просто его не видел. Сам-то я за рулем не езжу уже давно. В основном автобус, пешком, маршрутки. Вот. А вот то, что новая система оплаты, это было для меня, конечно, удивительно. Видеомошенники на трассе. Ладно. Мы все лицом не блещем. Так, New Project. Хорошо, что хоть дороги ремонтируют, а то они были все в ужасном состоянии. Хоть что-то у нас в стране делается. Да, дороги, я свидетельствую, стали гораздо лучше, даже сравнить с 5-летней давностью. Качество дорог резко повысилось. Просто помню перевал через Уральские горы, где каждые полгода проезжал там по несколько раз, и то в одном месте начинают ремонт делать, то в другом месте колейность. Ужасно было. Сейчас гораздо лучше. Но тем не менее широкая. Росавтодор, у меня будут серьезные вопросы, об этом я буду говорить на трассе Колыма. Хорошего качества.
дорогу расширили. Или мне так кажется. Жизнь во всем многообразии. Он то же самое, кто-то продублировал комментарий свой, что ну по качеству видео. Да, я скажу честно, тоже сам немного расстроен, что ожидал качество будет гораздо лучше. Но это на качестве сказывается и освещенность, сказывается и ну, много факторов влияет. Пасмурная погода, дождь. К сожалению, уже ничего с настройками сделать невозможно, поскольку видео отснято и находится на жестких дисках. Артем 33 написал: дорога пустая, инфраструктуры нет. Влево, вправо. Но в этом и есть красота этой трассы. Ровная. Топливом нужно заправляться заранее и рассчитывать километраж. Это к серии 40-й Мурманск. Вот во всей вероятности ямочный ремонт, поэтому. 40-я серия. В этом плане. Вот, по-моему, я еще еду по Карелии. Главное, колеи нет. Колдобин. Арт 98 написал: трасса М8 подъезд к Костроме, теперь она Р-132, Золотое кольцо,
Большие Покровы, Тверь, Ярославль, Кострома, Иваново, Владимир, Рязань, Тула, Калуга, Вязьма, Ржев, Тверь. Вот по маркировке или по названию дорог, вот эта маркировка Р-132, М-8 и так далее. Я, наверное, об этом буду говорить более подробно, высказывать свое мнение на трассе А-360 или Р-504. Так, Сергей Трошин, не надо уезжать на переезд при запрещающем сигнале, и не будет проблем, если машина заглохнет. Ну, я уже на этот вопрос, по-моему, отвечал в какой-то серии, что... Вот стоянка, где можно на ночь без... Что не от режима работы светофора машина глохнет на переезде, а от того, что переезды разбиты, раздолбаны. Вот это основная причина. Ты вот подъехал на стоянку. Там какой-то комментарий идет в салоне автомобиля, я поэтому заканчиваю. Буду вставлять свои комментарии тогда, когда в салоне автомобиля. Вот тут тоже мотель справа. Когда комментарий в салоне автомобиля будет. Довожу я вам. Когда не будет комментария в салоне автомобиля. Ну, теперь смотрите дальше, пишите комментарии, вопросы задавайте, по возможности буду отвечать. Добро пожаловать, как говорится. Двигаемся в сторону. Через полтора километра, держитесь левее. Двигаемся в сторону. Движемся. В сторону Омска. Вот здесь я не понял, почему ты ведешь меня? Так, пока впереди указатель на Новосибирск. Через 500 метров держитесь левее. Нет, родная моя, я тебя слушать не буду. Я ухожу направо, в сторону Новосибирска. Я сказал, в Омск заезжать не буду.
помню, как-то с Валентином ехали, по-моему, в Кемерово. Валентин хотел через Омск. А я выбрал объездную. Блин, потом узнал, что Валентин хотел посмотреть на город. Так вот, жалею об этом очень. Можно посмотреть и в интернете, видео, думаю, будет много. Он мигнул правым поворотником. Такая длинная колбаса и не знаю, видно, нет, сколько бочек с горючкой. Через город это, ну, минимум полчаса потерять, минимум. Светофоры, там еще и пробки. Время-то уже конец дня местного, по местному времени. Вообще сегодня, кажется, суббота.
те, кто собирается в Новосибирск из Москвы и из других городов Центрального федерального округа, выбирайте сами, или через город ехать, или вот объездная дорога Омска. Как она называется, я не знаю. Восточный или южный обход. Дорога вполне приличная. С инфраструктурой тут похуже. В принципе, можно и через город, там сейчас вроде бы дороги заасфальтировали, вроде бы дороги сделали. Но, правда говоря, не знаю, не уверен, там эти железнодорожные рейсы или трамвайные рейсы. Фиг их знает. Там повеселее в каком плане? Вдоль дороги магазины, какие-то кафе. В этом плане там повеселее. Ну а кто более устремлен к Новосибирску, можете выбрать этот объезд Омска. Кстати, не такое уж и слабое тут движение. Вот объезд разгрузил центральные улицы. Это пригород Омска. Движемся на восток. Те, кто будет ехать с востока на запад при подъезде к Омску, будет указатель. Омск и Тюмень. Вернее, Тюмень и Челябинск. Если выберете Челябинск, он географически ближе, чем как Тюмень. В общем, выбираете направление на Челябинск, вы попадаете на границу с Казахстаном. Со всеми таможенными прелестями. Страховкой, которую нужно покупать там же. Дорога там, я сомневаюсь очень сильно, что ее довели до ума еще со времен Советского Союза, вот этот асфальт такой в трещинах весь, вот. Гравий, гравийная крошка на проезжей части, вот это вам гарантировано. Или же выбираете дорогу на Тюмени. Да, это километров, по-моему, можете уточнить на карте, километров, может быть, на 150 больше. Точно не скажу, но по крайней мере полотно дороги вы видели, с
состояние дороги можете посмотреть на моем видео. Сейчас проехали указатель Павлодар. Это Павлодар уже находится на территории Казахстана. Скорость 71 километр в час, расход топлива 5,6. Запас хода 580. Завод, а ипподром, что ли? Такая фигурка интересная. Агент написал, увеличится ли количество просмотров при кастрировании роликов. Нет. Да и полноразмерное путешествие не собирает миллионы зрителей. Сам о цене. Так что сделает картинку посветлее, капот в кадр и снимает для души. Плюсик в карму уже зачтется. Ну, я понимаю, что этот ролик, мои видео, они не для развлечения, а в основном носят справочный информационный характер, я уже об этом говорил. Сам пошел на отбор. Ну, вот, к сожалению, по настройкам я уже отвечал, в предыдущих сериях я ничего уже сделать не могу, уже видео снято, и по более ранним советам, рекомендациям, мне сказали, чтобы капот чуть-чуть захватывал нижнюю часть экрана, и этого вполне достаточно. Так что все варианты сделать какой-то другой ракурс, ну, по техническим причинам просто невозможно. Или другой видеорегистратор, или, наверное, другую аппаратуру, что ли. Так, Владимир Евдокимов. Нет, не надо по полчаса, я хотел бы серии еще побольше смотреть. И спасибо за титанический труд. Благодарю за добрые слова поддержки. Доброе слово даже собаке. Приятно. Жизнь во всем многообразии. Этот регистратор явно должен снимать видео куда лучшего качества. Полагаю, с настройками что-то накручено. Можно сбросить на заводские. Ну, я во время движения в салоне автомобиля говорил о том, что вот у меня проблемы с этими настройками, никак не могу добиться. Там очень много настроек, очень. Я сбросил на заводские настройки и, учитывая дальнюю поездку, значит, соответственно, качество видео. Ну, к сожалению, я уже раз об этом говорил, что
того, что хотел сделать, у меня, к сожалению, не получилось. Вот, да, хотелось бы и красочную настройку такую сделать, чтобы очень красиво было смотреть. Есть там очень высокие настройки, но они для домашнего просмотра очень высокого качества, и YouTube в любом случае обрежет, подгонит под свой формат. Это уже было неоднократно, я это замечал. Вот по объездной половина проехали, 25 километров, она тянется 50, по-моему. В очень приличном состоянии. Раньше была гравийка, полугравийка раздолбанная, полуасфальт. Сейчас видно.
забыл добавить, когда перечислял оборудование автомобиля, оснастка для дальних поездок. У меня еще планшет есть с навигационной системой Maps Me. Как пишется, так и читаю. Эта система чем хороша? Она здорово помогла. Как здорово помогла? Помогла мне Карелии, потому что связи на смартфон интернета не было, и мне возникали сомнения, правильно ли я еду к Стелле, границе полярного круга. Вот. А эта навигационная система без интернета позволяет прокладывать маршруты, двигаться. Просто-напросто скачиваются все карты, ну, того региона, по крайней мере, куда вам необходимо. И без интернета уверенно ведет. Я бы рекомендовал, особенно тем, кто собирается в дальнюю поездку, навигатор навигатором. Но я не знаю, есть ли такие навигаторы с такой системой. На Play Market она зеленого цвета, такая картинка, картиночка. Как говорят, на Apple. Кстати, очень точная карта. Такое впечатление, что ее рисовали с Google карт. Малейшие там очки для остановки, для какого-то короткого отдыха, они все есть. Я просто удивлялся точности этой карты. Сейчас она в резерве у меня. Конечно, Яндекс.Навигатор гораздо более информативен с этими как, событиями, что ли, на дороге. Ни в коем случае я не призываю пользоваться только Maps.me. Но иметь ее как резерв, я считаю, что просто необходимо. Так, вот заправка на объездной. Как называется, не успел прочитать. Наверное, километров через 12 будет развязка на Омск. 26 показывает. Поля кругом слева и справа. Справа заросла травой, там домашний скот пасется. С левой стороны зерно. Слева поле зерновое, зерновое поле, но зерно еще не убрали. Хотя осень близка. И
в аграрии сейчас. Сами себе хозяева. Знают, что когда двигаемся в сторону Новосибирска.